Моя девушка. А то я про нее совсем забыла. Она здесь скучала. Сидела барышня, скучала. Как хотела. Я нарезала салату. Вообще, я не знаю. Спутаю, не спутаю. Вкусно, невкусно. Какой кальмар вы? А какой трески? Знаете что, мне кажется, они все одинаковые. Вот это, наверное, кальмаровый, он маленько понежнее. А это, наверное, треска все-таки. Она чуть-чуть посуше. Но вкус, в принципе, понежнее. Вот единственное, что понежнее. Но жрать можно. Кстати, в детстве в жизни бы не ела рыбные котлеты. Для меня это было пироги с рыбой. Я даже не любила печеные пироги с мясом. Вот с капустой и с яйцом любила. Я уже рассказывала, жареные с мясом, с рисом очень нас продавали около универмага на автозаводе. Очень любили. А печеные не любила, еще я не любила вафли. Вот эту начинку. Кисленька. А уж о котлетах-то рыбных вообще нечего говорить. Ни солянку, ни рассольник. Оказывается, это очень вкусно. Да, Юль? Юля кушает. В общем, разницы нет. Единственное, что чуть-чуть понежнее. А вкус одинаковый. Из одного делано. Мы еще раньше с Яной все часто покупали рыбные палочки. Сейчас я не знаю, они в новом веке продавали. Сейчас не знаю, что давно их не покупали. Листья не летал. И куриные палочки. Куриные палочки мы брали в Ашане. Викуся у нас стала кушать. Видать, холодно. Дом-то. Кушает с удовольствием. С аппетитиком. Мама, я не знаю, чем ее кормить уже. Но у меня в детстве тоже очень хороший аппетит. Я всегда хорошо ела. На мой аппетит никогда не жаловались. Но я могла не есть в гостях, а приходить в гости и говорить, у нас это есть дома.
И ужасно не любила свеклу. Конечно, не к столу. Будь сказано. Юля пошла к лесу. Я пришла, помню, в садик, то ли после больничного, после... Ну, в общем, я не помню. И у нас была свекла. Или завтрак, или чего-то. А я не могла ее есть. Меня заставили. И потом вся свекла была в тарелке. Обратно. Я не помню, чем это закончилось, конечно. Но я помню, что я сидела и плакала. И я свеклу только ем в селедке. Ну, в принципе, я могу сейчас есть свеклу, ем ее в винегрете. В селедке под шубой борщ. Но вот салат просто из свеклы. Не знаю. Если он стоит на столе, я его просто буду, не буду есть. Ну, с чесноком, с майонезом. Я на Юленьку отвлекаюсь. В общем, вот уже сейчас треску я съела, а это с кальмаром. И по мере продвижения пищи, мне кажется, с треской лучше. Это я кушаю Юльку. Пока никто не видит. Все. Спасибо всем, кто ел, готовить каждый может. Всех обняла. Пока-пока, ваша Наташа. Чмоки-чмоки.